Ого, ничего себе, смотрите, какой гигантский мистер Бист. И это питомец. Так, что мне надо здесь делать? Я бью, ребята, и получаю силу. Смотрите, что происходит, сколько я уже силы просто так накопил. Кстати, я могу забрать этого мистер Биста, ребят, но мне надо поиграть 30 минут. Ничего себе, либо же задонатить, купить, ребят. Давайте посмотрим шоп, что у нас здесь есть вообще, ребят. Тут смотрите, сколько различных геймпасов, просто капец. Но давайте-ка, ого, смотрите, тут скибиди туалет есть, 12x power, ребят. Кстати, какой-то summer event. Давайте-то, я не могу туда пройти, ребят, жесть, я слабенький. Так, у меня есть автопанч, ребят, смотрите, я автопанчем прокачиваюсь, и это очень круто. Кстати, я могу забирать вот эти награды. У меня уже 600, ребят, смотрите, силы. Тут, кстати, смотрите, какие-то скиллы есть. А что за скиллы? Галактик Ган. Ого. Смотрите, ребят, тут какие-то супер прикольные геймпасы. Но у меня, ребят, пока нету столько геймасов. Надо, короче, геймасы накопить. Смотрите, есть еще какие-то ауры. Basic аура. Ну, у меня, ребята, нету, к сожалению, пока геймасов, реально. Нам надо геймасы. Ну, давайте попробуем вот сюда подойти. Тут у нас стенки какие-то. Смотрите, нам надо сюда пройти. Вот как получать геймасы. Мы с вами ломаем стенки. Так, подожди, что, я прошел дальше? Не, я не прошел дальше. Так, окей, давайте-ка еще раз. У нас восстановилась просто стенка, ребят. Давайте посмотрим, докуда я смогу вообще дойти. Бам. Бам. О, ребят, смотрите, как... Какие здесь блоки. О, мне предлагают какой-то... какого-то Хьюга. Ну, давайте купим, окей. Пусть будет, ребят, стартер пак. Кстати, у меня нету пэтов никаких, что ли? Так, подожди-ка, давай-ка посмотрим. У меня пэты есть? Не, ребят, у меня пэтов, к сожалению, нет. Так, а как мне вернуться? Я хочу стартер пак этот купить. Ребят, походу его нету, да? Жесть, этот стартер пак, ребята, пропал куда-то. Почему? Где? Ребята, ну ладно. Давайте, кстати, попробуем тогда вот этого, может быть, мистер Биста купить, ребят. Давайте попробуем, мистер Бист. Мы тебя покупаем. И давайте посмотрим, где он у нас. Вот, он у нас дает 10 тысяч. Подожди, в смысле? Это жесть. Посмотрите, сколько у меня силы. Это все я сделал с одним, получается, питомцем. Так, давайте мы с вами сделаем... Так, нам надо, походу, перерождение сделать, да? Да, ребят, делаем перерождение. Мы с вами сейчас можем следующее сразу сделать. Так, а я могу пройти? Да, я прошел сразу дальше, ребят. Так, окей. Тут чувак какой-то бешеный тоже стоит, смотрите, ребят. Так, давайте сделаем перерождение. Получим себе вот эти гемасики. И за гемасы, наверное, что-нибудь купим, ребят. Давайте посмотрим. Вот, 50 тысяч. Damage X4. Мы с вами экипировали. У меня, смотрите, два можно скилла сделать. Ну-ка, я что-то сделал, ребят? Ого, что это было? Я какой-то скилл заюзал, ребят, прикольный. Так, кстати, я могу сразу следующее, наверное, сделать перерождение. Давайте мы с вами сразу же следующее сделаем. Вот так, оп. Отлично, у меня 44 гемаса. Окей, неплохо. Давайте, кстати, заберем вот так, вот так, вот так. И ауры, давайте посмотрим, ребят. Аура тоже нам, наверное, нужна. Вот так вот, раз аура. А вот это уже не могу купить, да? Ну-ка, что у нас за аура? Да, ребят, у нас аура есть. Я теперь прокачиваюсь по 1 200 000. Жестко. Давайте посмотрим, сколько мы с вами геймасов-то будем получать в этой локации. Ого. Ничего себе. Вы это видите, ребят? У меня 70 миллионов силы. Офигеть. Давайте сейчас ауру еще одну купим, ребят. Ну-ка, вот сюда идем. Покупаем следующую ауру. И у нас сейчас какая-то водная аура, как я понимаю, ребят. У меня 105 миллионов, офигеть. И давайте мы пройдем дальше, ребят. Вот так, бам. Я, кстати, скилл какой-то заюзал, вот. Ничего себе, вы видели? Жесть. Я, кстати, убрал звуки. Ну ладно, давайте мы вот так вот включим, потому что со звуком все-таки прикольно. У меня 500 тысяч. Сейчас, ребята, мы с вами напокупаем себе всякого. Это просто капец. Давай, давай, вот, отлично. Ребята, мы вообще супер жесткие стали. Кстати, до конца, возможно, я не смогу пройти. Нет, прошел. Сколько надо там перерождения-то, ребят? Ну-ка, давайте попробуем пройти. Да, я могу пройти, ребят. Это у нас какая-то японская зона, смотрите, Japan-зона. И, жесть, меня аж затормозило все, ребят. Ну-ка, у меня 1 000 000 ровно, да? Давайте попробуем купить себе какой-нибудь другой скилл.
Например, да, вот этот за миллион покупаем мы с вами скилл. На F его ставим, да. Все, теперь у нас два, ребят. И давайте посмотрим. 400 тысяч не хватает. Ну окей. Попробуем теперь, ребята, наши скиллы. Ну-ка, давайте сейчас попробуем. Вот так встаем. И я скиллом, смотрите. Офигеть. Вот это удар был. Жестко. Давай, 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 подбираем все. И сейчас еще один удар будет. Ну-ка. Еще один удар. Ничего себе! Я всю стенку сломал, ребят. Все подбираем. Просто капец. Ладно, давайте движемся дальше. Я хочу посмотреть, смогу ли я пройти дальше. Но мне кажется, что скорее всего нет, ребят. Давай дальше вот так вот. Бам, отлично. Жесть, сейчас мы такими темпами реально дойдем до самого конца. Плюс еще F-ку, ребят. F-ку нажимаем. Вау. Сервер рестартинг? Чего? Ну-ка, давайте попробуем все-таки дальше пройти. Я не понял, почему так. Но, ребята, у нас бы произошел какой-то рестарт сервера. Интересненько. Так, давай теперь вот так вот. Раз, два, три, четыре, пять. Отлично. О, Фредди, привет, смотрите. Привет, привет, привет всем. И давайте посмотрим. Блин, там стенок-то очень много, ребят. Но зато у меня сейчас 9 миллионов уже гемасов. И я могу, наверное, сейчас приобрести себе еще какие-нибудь скиллы или же ауру, ребят, которая дает еще больше сил. Давайте, кстати, сейчас вот так вот нажимаем. Проходим дальше. Проходим дальше. Жесть, смотрите, вот здесь вот стенка, походу, одна из самых жестких. Но у меня есть 50 секунд, ребят, да, чтобы пройти. Надо, кстати, перерождение делать, да? Я могу, наверное, дальше пройти, ребят. Ну-ка, давайте попробуем. Нет, ребят, не могу дальше пройти. Смотрите, надо 1,5 миллиарда силы. Кстати, я могу сделать перерождение. Давайте перерождение сделаем. И я буду качаться, наверное, еще быстрее. По 4, кстати. Да, неплохо. Давайте, кстати, вот так вот сейчас сделаем. У нас 30 секунд еще есть. Вот так вот. Бам. И чё? И чё? А чё не сломало? Ну-ка, вот это сломает или нет? Нет, ребят, смотрите-ка. Нет, а чё он не ломает? Я не понял, ребят, смотрите. Взял и не сломал. Кстати, есть автофарм. Давайте мы, кстати, спин крутанем. Ни разу спин не крутили. Там есть какой-то питомец за 1000. Блин, но нам не повезло в этот раз, ребят. Ну, значит, нам надо сейчас подождать 10 секунд. Нет, уже 5 секунд. И мы с вами сможем вернуться снова, получается, в самое начало. Во, погнали, ребят, скиллы. Не будем покупать скиллы, мне неинтересно. Я хочу вот ауру, ребят, давайте смотреть. Аура. Так, это у нас 5 гемов. 5 гемов. А, это гемов больше дает, типа, да? А вот это 10 гемов. Ух ты, прикольно. Fire. Во, ребят. Скорее всего, Fire. Это моя аура. Да, ребята, отлично. И погнали, попробуем сейчас посмотреть, сколько мы с вами будем гемасов получать. И я думаю, сейчас мы уже сможем пройти дальше. Ну-ка. Бам. Отлично. Отлично. По 400 косарей, ребята. Это просто жесть. И вот сейчас мы уже накопим, ребята, 1,5 миллиарда силы. Жесть, вы посмотрите. Все, мы с вами почти прошли в следующую локацию. Сколько у меня гемасов, это жесть. Вы посмотрите, как быстро мы с вами развиваемся. Кстати, какая-то награда. Ну, мне эти награды, в принципе, сейчас не нужны, да, потому что я слишком жесткий. И давай, 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 отлично, отлично, отличненько, ребята, мы сейчас с вами пройдем уже и докачаемся. Так, подожди, давай вот так сделаем, я хочу вот так вот, бам. И мы с вами, ну, часть сломали, да, стены? Марика, нам надо, короче, с вами, во-во-во-во, вот сейчас нормально мы с вами ломаем, да? Ну-ка, давайте посмотрим, сколько там нам надо, чтобы пройти. Вроде 1,5 нам хватает, да, ребят, отлично, покупаем. И мы с вами в еще одной зоне. О, вы видели, смотрите, стена у нас не прорисовалась. Прикольно смотрелось, да? Такс, окей. Надо, наверное, нам сейчас приобрести что-нибудь за гемасы, ребят. Потому что 74 миллиона, это очень много. И давайте мы сейчас с вами купим... нет, нам не хватает, ничего себе. Давайте тогда посмотрим какой-нибудь скилл. Кстати, апгрейды какие-то еще есть, ребят. Давайте-ка посмотрим, что за апгрейды. Ну-ка. Чего? Серьезно? Можно было вот так вот еще усилиться? Капец, ребят, смотрите. Жесть, еще и гемасы можно было вот так вот сделать, да? Еще и удачу. Жесть, поскольку сейчас по 13 миллионов я прокачусь. У меня 2 миллиарда силы, ребят. Кстати, следующее перерождение я пока не могу сделать, да? Да, ну давайте зато посмотрим. Окей, вот так сейчас попробуем сломать. Скиллом. Бам, просто жесть. Здесь, кстати, я еще больше получаю, ребят. Смотрите, именно гемов. И
и силы, ребята, смотрите. Офигеть, ну скиллы, ребят, реально тема. Вот, смотрите, откатилось у нас все, да? Интересненько. И это все, кстати, благодаря вот этому пэту, ребят. Он у нас один, единственный. И просто тащит нас, вообще жесть. Тут еще, смотрите, 100-тысячный какой-то. Но он, походу, супер дорогой. Давайте-ка посмотрим. Если на него нажать вот так вот, или что, как его купить-то? Походу, его никак не купили, ребят. Потому что я даже Е не могу нажать. Странно. Давайте вот так вот. Скиллом, ребят. Скиллы, конечно, это тема вообще просто шикарно. Вот так вот. Кстати, нет, еще перерождение не могу сделать. Давайте попробуем сейчас дойти до конца. Если, конечно, у нас хватит силенок, да? Жесть, смотрите... Как мы много стен уничтожили. Ребята, ну мне кажется, что мы сейчас с вами должны пройти. С учетом того, что у нас еще минута 40. И давайте посмотрим, сколько там надо сил, чтобы пройти в еще одну зону. Если, конечно, у нас, ребята, эта зона будет вообще доступна. Может быть, мы вообще сейчас находимся с вами в последней зоне. Я сейчас нажимаю скилл. И он нифига не пробил. Интересно. Так, интересно, сколько нам дальше-то идти, ребят, смотрите, потому что я уже по одному блоку очень долго сношу. Сейчас мы с вами F-ку используем. Вот так вот, скилл, ребят. И? Я сломал или нет? Нет, ребят. Где я, интересно? Как далеко от финиша? Давай, 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 ломайся. Ребят, смотрите, каждый блок уже очень жестко ломается. И, возможно, я даже не успею пройти, ребят. Давай, 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 смотрите, каждый блок насколько жесткий. Интересно, сколько там осталось-то мне? Потому что я, смотрите, какой уже туннель сделал. О, смотрите, тут чел какой-то тоже ломает вместе со мной. Но стены все-таки у всех разные, поэтому у него свои стены, он свои ломает. А я свои не могу, походу, ломать, да? Давай, скиллы, ребята, используем. Во, я прошел? Нет, не прошел, ребят, так, F-ку. Давай, пожалуйста. Нифига, смотрите. Я не знаю, как далеко нам еще с вами там идти. Но, во, последний блок. Последний блок остался, ребят. Отлично, мы с вами добрались. Это последний блок был, ну-ка. Ооо, 75 миллиардов. Это просто жесть. Ну, слушайте, ребят, если вам понравилась эта игра и вы хотите увидеть продолжение, давайте наберем 2000 лайков. И в следующем видео я попробую открыть абсолютно все локации. Все, ребят, спасибо за просмотр. Всем пока-пока.